К концу недели в Красноярске потеплеет до 11 градусов. Однако вместе с теплом в город придет сильный порывистый ветер до 28 метров в секунду. Подробнее о погоде на неделю расскажет специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Он уже на прямой связи со студией. Иван, вам слово. Добрый вечер. Да, действительно, весенние процессы набирают обороты. Минувшую субботу уже отмечался первый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. А ведь с устойчивого перехода температуры климатологи и отмечают начало весны. Сейчас в атмосфере обширный циклон над Западной Сибирью затягивает далеко на юг холодный воздух, вплоть до Алтая, а вытесненное оттуда тепло направляется прямиком к нам. Из-за этого у нас отмечается хороший прогрев. Сейчас, по данным метеостанции на КПЛО, около плюс 4 градусов. Сегодня ночью будет также довольно тепло, чуть выше нуля. Есть вероятность небольших осадков. Завтра к полудню температура воздуха еще успеет прогреться до значений близких к плюс 5 градусов. А далее нас накроет холодный атмосферный фронт. Сопровождаться он будет небольшим дождем и действительно порывистым западным ветром, сила которых будет приближаться к категории опасных явлений. За фронтом город придет похолодание, к вечеру уже ждем понижения до минус 6 градусов, в ночь на среду ожидается около минус 8, так что без гололедицы в городе не обойтись. В среду и в четверг в городе ожидается умеренно теплая погода, есть вероятность небольшого мокрого снега, но в дневные часы прогрев будет достигать плюс 3, плюс 5 градусов. А вот с пятницы наша территория вновь попадет под интенсивный вынос прогретых воздушных масс юго-запада, предварительно в этот день ожидается значительный прогрев до плюс 13 градусов. В субботу не менее значительный до плюс 9. Единственное, комфорт снизит также временами порывистый ветер. Скорее всего, такой исключительно теплый период завершится уже в воскресенье, потому как далее просматривается заток холодных арктических воздушных масс. К концу недели ждем в дневные часы предварительно всего лишь чуть выше нуля. Так что весна пока хоть и ранняя, но затяжная. Но об этом более подробно и объективно через неделю. Дарья.